школьников из Ненецкого округа отправили сегодня на главную елку страны, в Кремль. Это отличники учебы, активисты и победители предметных олимпиад. Ежегодно кремлевскую елку организует Управление делами президента России. Кстати, грандиозный праздник посетит и глава государства Владимир Путин. Традиция приглашения детей из самых отдаленных уголков государства на елку в Кремль началась с 1954 года. Проходит новогоднее представление в роскошных кремлевских залах. Организацией праздника занимаются лучшие сценаристы и режиссеры страны. К участию в представлении привлекают самых известных артистов. Наши ребята от поездки ожидают только самых добрых и праздничных эмоций. Ну, я думаю, что там будет море эмоций. Также я подружусь с новыми ребятами, ну и вижу Москву. Ожидаю, что будет весело, хорошие подарки дадут. Нарядная елка в Кремле обычно устанавливается в гербовом зале Дворца съездов. Рядом с елкой дети кружатся в хороводах, участвуют в конкурсах. В паркетном зале организованы веселые аттракционы и соревнования, а в зрительном зале проходит большое новогоднее представление. Последнее обещает быть грандиозным. В постановке будут использовать современную хореографию, яркие костюмы и декорации, уникальные спецэффекты, созданные при помощи самого современного звукового и светотехнического оборудования.